Свеча, свеча простая, восковая, и старомодность вековая так станет в памяти свежа, и поспешит твое перо к той грамоте витиеватой, разумной и замысловатой. И ляжет на душу добро. Уже ты мыслишь о друзьях все чаще способом старинным, и сталактитом стеаринным займешься с нежностью в глазах. И Пушкин ласково глядит, и ночь прошла, и гаснут свечи, и нежный вкус родимой речи так чисто губы холодит. Родимой речи так чисто губы холодит. Всего-то, что была свеча. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Ноты мы» телекомпании «Тонус». С вами ее ведущий Владимир Селиверстов. Сегодня у нас в гостях Лариса Новосельцева. И сегодняшняя наша передача будет посвящена творчеству Беллы Ахмадулиной и музыкальной интерпретации этого творчества, которое будет нам показывать Лариса Новосельцева. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Сейчас весна, и это уже традиционно время наших вечеров, посвященных Белле Ахатовне Ахмадулиной. 10 апреля у нее день рождения, и вот уже третий год мы в это время проводим программы, посвященные ее творчеству. Вот так получилось, что в прошлом году, когда ей исполнялось 75 лет, получилось, так стихийно получилось, три программы, потому что в одну не удалось поместить все, что хотелось о ней сказать. Поэтому получилось вот три таких программы. И в этом году мы уже намеренно шли вот уже на три программы. Одна из них прошла в ДК «Мисис» в огромном замечательном зале. Программа называлась «Друзей моих прекрасных черты», и посвящена она была друзьям, шестидесятникам, поэтам, с которыми вместе Белла Ахатовна выступала и печаталась, и с которыми дружила. Замечательная вот плеяда поэтов, шестидесятников. А вот сегодня больше пойдет разговор о грузинской теме в ее поэзии. У нас вот скоро будет программа «Сны о Грузии» 12 апреля в Доме русского зарубежья. И, ну, я об этом еще скажу. Начать хочу все же немножко с другого. Начать хочу с моего любимого стихотворения.
Ну, много хочется об Эле Ахатовне сказать, что это вообще совершенно уникальный поэт. Может быть, как это ни странно прозвучит, все-таки еще недопрочитанный поэт. Потому что мне вот часто приходится сталкиваться с такими высказываниями, когда люди говорят: «О, я ее не люблю, там, я ее не понимаю». А когда приходят вот и слушают эти стихи и песни, вот по-другому начинают слышать и благодарят как бы за возвращение, вот за возвращение этих стихов. У Беллы Ахатовны, конечно, непростая поэзия. Но вы вспомните, что творилось вот на вечерах поэзии в 60-х. Вот то, что нам показывала Марлен Хуцы в фильме «Застава Ильича». Ну и вообще мы знаем, 60-е, 70-е стадионы собирались слушать этих поэтов. И Белла Ахмадуллина, она завораживала своим чтением. Даже порой, если смысл там слов не доходил сразу со слуха, да, конечно, весь ее облик удивительный. Вот Господь ее наградил вот, еще и внешностью такой чудесной, и голосом необыкновенным. И, конечно, все это вместе создавало впечатление, конечно, удивительное, очарующее впечатление, завораживающее впечатление. Конечно, так как читала она сама, ну, повторить это невозможно. Слава Богу, что все-таки это записано, это все мы можем видеть и слышать. Но все же, вот мое убеждение, что стихи нужно читать и сейчас, даже если они есть в записи автора, в записи поэта, их нужно сейчас, сегодня читать, и при каждом прочтении вот происходит возвращение, снова новое рождение как бы стихотворения. Поэтому я хочу вот прочесть одно из моих любимых стихотворений. Называется оно «Дом» и посвящено Борису Мессереру, любимому человеку Беллы Ахмадуллиной. Есть такой дом замечательный на улице Поварской. И под самой крышей, поверх шестого этажа, находится мастерская художника. Вот в этот дом в один прекрасный зимний день пришла Белла Ахатовна, и он стал для нее родным домом до конца ее дней. Дом. Ну, я буду читать немножко, не целиком, потому что стихотворение длинное, фрагментами. Я вам клянусь, я здесь бывала, бежала, позабыв дышать, завидев снежного болвана, вздыхала, замедляла шаг. Непрочный памятник мгновенью, снег рукотворный на снегу, как ты жива на миг, а верю, что жар весны превозмогу. Бесхитростный прилив народа к витринам празднество сулил. Уже Никитские ворота разверсты были, снег валил. Какой полет великолепный, как сердце бедное неслось вдоль Мерзляковского и в хлебный сквозняк на вылет, двор насквозь. Как опрометчиво, как пылко я в дом влюбилась. Этот дом набит, как детская копилка, судьбой людей, добром и злом. В том декабре и в том пространстве душа моя отвергла зло, и все казались мне прекрасны, и быть иначе не могло. Любовь к любимому есть нежность ко всем, вблизи и вдалеке. Пульсировала бесконечность в груди, в запястье и в виске. Как добр, кто любит, как огромен, как зряч к значению красоты. Мой город, словно новый город, мне предъявил свои черты. Смуглей великого араба не сходит ночь. За что мне честь в окно увидеть два Арбата? И тот, что был, и тот, что есть. Я знаю истину простую. Любить. Вот верный путь к тому, чтоб человечество вплотную приблизить к сердцу и уму. Всегда быть не хитрей, чем дети, не злее, чем дерево в саду, благословляя
жизнь на свете заботливей, чем жизнь свою. Так я жила былой зимою. Ночь разрасталась, как сирень, и все играло надо мною печали сильная свирель. Был дом на берегу бульвара. Не только был, но ныне есть. Зачем, твержу, я здесь бывала, а не твержу я ныне здесь. Еще жива, еще любима. Все это мне сейчас дано. А кажется, что это было и кончилось давным-давно. Стихотворение «Ни слова о любви» тоже посвящено Борису Мессерену. Ни слова о любви, но я о ней ни слова не водится давно. В гортани соловьи, там пламя посреди пустого небосклона. Но даже в ночь луны ни слова о любви. Но даже в ночь луны ни слова о любви. Луну над головой держать я претерпелась для пущего труда, для возбуждения дум. Но в нынешней луне бессмысленная прелесть, и стелется Арбат пустыни белых дюн. Ла-л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 а. И стелется Арбат пустыни белых дюн. Лепечет о любви сестра поэт певунья. В полглаза покошусь и усмехнусь в полрта, как зримо возведен из толщи полнолуния чертог для божества, а дверь не заперта. Ла-ла-ла-ла-ла. Чертог для божества, а дверь не заперта. Как бедный Гоголь худ там во главе бульвара и одинок вблизи вселенской полыньи. Столь длительной луны над миром не бывало. Сейчас она пройдет, ни слова о любви. Сейчас она пройдет, ни слова о любви. Так долго я жила, что сердце притупилось, не выжила в бою с невзгодой бытия. Но вновь свежим свежа в нем чья-то власть и милость. Те двое под луной, неужто ты и я? Ла-л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 а. Те двое под луной, неужто ты и я? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот Лариса рассказала про концерты 70-х годов. Я вспомнил в студенческие годы, по-моему, это 76-й год был, наша преподавательница математического анализа, нас, студентов, молодых первокурсников,
наставила на путь истинный. Вечер поэзии проходил в Лужниках на Малой спортивной арене. То есть это огромный зал, и нам там достались места где-то на галерке, то есть зал был полный, а на сцене были... Он, концерт вообще длился, я не знаю, ну, минимум часа 4, если не больше. Там он какой-то был безразмерный. И поэты были, начиная со Степана Щипачева и вот таких ветеранов, которые еще чуть ли не с времен гражданской войны, так сказать. Вот, и все там ведущие поэты, Юрий Левитанский там был, и Александр Межеров, и Белла Ахатовна, Булата Акуджава там две песни спела, Навела Матвеева, кстати, была там тоже. И заканчивали, конечно... Три богатыря: Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский и Евтушенко. Вот, замечательный совершенно. Вот много лет прошло, до сих пор помню. Вот видите, а сейчас, к сожалению, такого вот интересного стадиона уже не соберешь, наверное. Ну, сейчас другие, как бы, ну, да, сейчас, конечно, стадионы все равно собирают, другие виды творчества. Да. Вот. Но интерес все-таки есть, вот есть, несмотря на такие вот бытующие какие-то утверждения, что поэзия теперь это не формат, все-таки на самом деле людям это необходимо, это какой-то такой глоток родника какого-то чистого. Хочется мне еще одно прочесть стихотворение, вот об этом же пространстве, замечательном пространстве мастерской. И это стихотворение удивительное, оно написано-то в 76-м году как раз, между прочим, но как будто бы написано уже из-за черты, как бы. Вот сейчас, когда его читаешь, слышишь вот голос Беллы Ахатовны, как будто сейчас вот из с небес, как будто бы. «О, гость грядущий! Гость любезный, под этой крышей поднебесной, которая одной лишь бездной Всевышней мглы превзойдена, там, где четыре граммофона взирают на тебя самвона, пируй и пей за время она, за граммофоны, за меня. В какой немыслимой отлучке я ныне пребываю, лучше не думать. Ломаной полушки, жаль напомин души моей, коль не смогу твой пир обильный потешить шуткой замогильной, и, как всеведущий Вергилий, тебя не встречу у дверей. Войди же в дом неимоверный, где быт в соседях со вселенной, где вечности озноб мгновенный был ведом людям и вещам, и всплеск серебряных сердечек о сквозняке пространств нездешних гостей, когда-то здесь сидевших, таинственно оповещал. У ног зашедших на Голгофу доверься моему глаголу, и, возведя себя на гору поверх шестого этажа, благослови любую малость, почти предметов небывалость. Не смей, чтобы тебя боялась шарманки детская душа. Сверкнет ли в окнах луч закатный, всплакнет ли ящик музыкальный, или призрак севера печальный вдруг вздыбит желтизну седин, пусть реет над юдолью скучной дом, как заблудший шар воздушный, чтоб ты, о гость мой простодушный, чужбину неба посетил. Вы знаете, мне вот посчастливилось бывать в этом доме, в этом пространстве замечательном. И действительно там как-то чувствуешь себя немножко небожителем, вот причастным этой вечности, которая уже стала вечностью. Эти замечательные какие-то немыслимые предметы, там и граммофоны, и какие-то старинные шарманки, ну чего только там нет. А главное, конечно, сколько и каких людей там побывало.
Вот мы, наверное, увидим фотографию. Это все замечательные друзья. Друзья эти необыкновенные люди, к тому же, и поэты, и художники, и писатели. Вот к друзьям у Беллы Ахатовны совершенно особое чувство было всю жизнь. И вообще вот к этому, это чувство дружества, товарищества, дружбы, это, наверное, вот самое святое, что для нее было, вот ее творчество, и вот это вот дружество, товарищество. Поэтому столько стихов посвящено и друзьям, и дружбе. И вот дальше у нас пойдет разговор о Грузии. И мне кажется, вот в Грузии ее привлекало в том числе также и то, что вот и в Грузии живет такой культ дружбы, да, культ братства, дружбы, гостеприимства. Вот это в том числе ее привлекало в этой стране, в этом месте. Вообще, конечно, грузинская тема очень важна, и вот это само место земли Грузия необыкновенно для нее было привлекательно. Она очень любила и страну, и грузин. Вот пишет: если я в какой-то день не встретила грузина, значит, день пропал зря. И она необыкновенно любила грузинский язык. Она его, конечно, не знала и писала об этом, что ну вот недосягаемость скороговорки, вот как, насколько он был притягателен, привлекателен и недосягаем абсолютно. Но писала, что и во сне мне снится грузинская речь. Вот такая любовь была необыкновенная. Вот, наверное, вы сможете показать этот журнал, замечательный журнал «Октябрь», в котором Борис Мессерер публикует свои воспоминания о Белле Ахмадулиной. Наверное, надо показать, да, вот заднюю обложку. Это уже не первый номер. Начаты эти воспоминания в журнале «Знамя» за 2011 год. А вот в этом номере как раз воспоминания, связанные с Грузией, с грузинскими поэтами. Ну, сейчас я вот спою стихотворение «Сны о Грузии». Вышел давно уже такой большой красный том, к сожалению, вот мы его не захватили с собой, который так и называется «Сны о Грузии», куда собраны стихи Беллы Ахатовны о Грузии и ее совершенно замечательные, потрясающие переводы с грузинского. Вот радость, и под утро так чиста виноградовая сладость, осенившая уста. Ни о чем я не жалею, ничего я не хочу. В золотом светит хавели, ставлю бедную свечу. В золотом светит хавели, ставлю бедную свечу. Малым камушком вам цхета воздаю хвалу и честь. Господи, пусть будет это вечно так, как ныне есть. Пусть всегда мне будут в новость и колдуют надо мной родины родной. Суровость, нежность родины чужой. На-на-на-на-на-на-на-на. Пусть колдуют надо мной родины родной. Суровость, нежность родины
надеяться, что затянувшийся период наших политических недоразумений с Грузией подходит к концу, да, потому что это надеяться. Какая-то дурь, которая за последние 1000 лет первый раз случилась, и совершеннейшая глупость с обоих сторон, по-моему. Никому не нужно. Потому что, бывает всякое в этой жизни. Помню, как вижу, зрачки затемнел веками, вижу, о, как загорело все, что растет, и как песнь затянул имя земли и любви Сакартвело. Чуждое чудо, грузинская речь, тереком буйствую в теснине гортани. Ах, я не выговорю беспритеч крови, воспитанной теми горами. Васли, о, Васли, шатай, вожа, в предки не взять и родство опровергнуть. Ваше во мне, если в почву вошла косточка, выйдет она на поверхность. Слепы уста мои, где поводырь, чтобы мой голос в потьмах порезвился? Леса ли оклик услышу? Водыль, кажется, вот, говорят по-грузински. Как я люблю славянин и простак, недосягаемость скороговорки. Помнишь лягушки в болоте? О, как мучают горло предгорья, пригорки грамоты той, чьи вершины в снегу уж бы надменней. О, вздор альпенштока! Гмерто! Ужель никогда не смогу высказать то несказанное что-то? Только во сне велика и чиста, словно снега, разрастаюсь и рею, сколько хочу, услаждаю уста речью грузинской, грузинскою речью. Вот я хочу сказать немного о переводах. У Беллы Ахатовны, на мой взгляд, несравненнейшие, удивительные, лучшие переводы, мне кажется, с грузинского. И это потому, что переводила она, как сказал Андрей Битов, Белла переводит не с подстрочника, а с любви. Потому что вот это все вот от этой любви происходит, от любви к стране, от любви к языку, от любви к поэтам. И она сама очень большим пиететом относилась вот к этому, именно к этому жанру творчества, к переводу поэтическому. Она говорила, что перевод – это знак высочайшего доверия человека к человеку, поэта к поэту. И ее перевод – это именно… Понятно, что когда мы читаем перевод, конечно, мы читаем стихотворение на русском языке. Это стихотворение, которое написал поэт-переводчик. Ну да. Но вот в стихах, в переводах Беллы Ахмадулиной слышна вся ее любовь к Грузии, к грузинскому языку. Вот сейчас я спою один из замечательных переводов из великого грузинского поэта Галактиона Табидзе. Состоит из гор, из неба и лесов. Мир — это только спор двух детских голосов. Земля в нем и вода, вопрос в нем и ответ на всякое «о да» доносится. О нет, на всякое, о да, доносится, о нет.
среди зеленых трав, где шествуют стада. Как этот мальчик прав, что говорит, о да, как девочка права, что говорит, о нет, и правы все слова, и полночь, и рассвет, и правы все слова, и полночь, и рассвет. Так в лепете детей враждуют нет и да, как и в душе моей, как и во всем всегда, и правы все слова, и полночь и рассвет, на всякое, о да, доносится, о нет, на всякое, о да, доносится, о нет. Такая диалектика. Да. Единственная борьба противоположности. Еще одно стихотворение этого поэта. Хочется спеть очень красивое стихотворение. Называется так красиво «Нателла из Цинандали». Да. Хочется, чтобы все это снова вошло в нашу жизнь. Биографию, да, как говорится, изучали по, да, конечно, наклейкам и по этикеткам. Цинандали, Гурджиани, Мукузани. Лазанская долина. Да, Лазанская долина. Ну, не только там, были еще и минеральные воды на Беглаве, там, как тоже бы... Тоже неплохо. Да, тоже неплохо. Про Боржоми я даже не говорю. Разрешалось, как в небо ринуться в селок. Я ринулся, и все смешалось. Нателла, Цинандали, жадность к тебе, о, виноградный сок. Зачем я вырвался, Нателла, зачем освободил крыло? Когда я вышел, ночь светлела, была уже светлым светла. Уже рассветный ветер дул, и птиц возникли голоса. И я Тинатин подумал и к небу обратил глаза. А в небе было звезд так мало, так нежно было и светло. Все качалось, уплывало и повториться не могло. Там все качалось, уплывало, там все качалось, уплывало, там все качалось, уплывало. И повториться не могло. На-на-на-на, на-на-на. На-на-на-на, на-на-на. На-на-на-на, на-на-на.
слова и повториться не могло. Здорово. Красивое стихотворение, да. Правда? Еще один замечательный поэт. Это грузинская поэтесса, с которой Белла Ахатовна была знакома и дружна. Ну, со всеми грузинскими поэтами, с которыми ей довелось быть знакомой, со всеми она была и дружна. Другого быть не могло. Замечательная поэтесса Анна Каландадзе. Белла Ахатовна много перевела ее стихов. Стихи очень разные, и есть такие удивительно нежные. Вот это стихотворение, которое я спою, оно называется «Я совсем маленькая веточка». Представляете, название такое? Стою не женщина, не девочка, и ветер меня гладит по плечам. Я маленькая, маленькая веточка, садовник, утоли мою печаль. Я маленькая, маленькая веточка, садовник, утоли мою печаль. Садовник, заслони меня от ветра, мои он разоряет лепестки. Что сделаю я, маленькая ветка? Ведь у меня ни слова, ни руки. Что сделаю я, маленькая ветка? Ведь у меня ни слова, ни руки. О, подойди, скажи, не солгала ты, ты маленькая веточка, прости. А ветер, он буянный соглядатай, и ты меня от ветра защити. А ветер, он буянный соглядатай, и ты меня от ветра защити. Вот я стою, не женщина, не девочка, и ветер меня гладит по плечам. Я маленькая, маленькая веточка, садовник, утоли мою печаль. Я маленькая, маленькая веточка, садовник, утоли мою печаль. Беллы Ахатовны много посвящений.
друзьям грузинским. Вот я хочу прочесть стихотворение, посвященное грузинским поэтам, братьям Атару Тамазу Челадзе. Как любила я жизнь! О, любимая, длись! Я во след Тициану твердила. Я такая живучая, старый Тифлис. Твое сердце во мне невредимо, как мацонщик, чей ослик любим, как никто. Возвещаю восход и мацони. Коль кинто не придет, я приду, как кинто, веселить вас, гуляки и сони. Ничего мне не жалко для ваших услад. Я любовь ваша, слухи и басни. Я нырну в огнедышащий маленький ад за стихом, как за хлебом хабази. Жил во мне соловей, все о вас он звенел. И не толь меня сблизила с вами, что на вас я взирала глазами зверей той породы, что знал Пиросмани. Без Тифлиса жила, по Тифлису томясь. Есть такие края, неужели, где бы я преминула Атар и Тамаз, вспомнить вас, чтоб глаза повлажнели. А когда остановит дыханье и речь та последняя в жизни превратность, я успею подумать, позволь умереть за тебя, мой Тифлис, моя радость. Ну и вот здесь нужно спеть непременно стихотворение Тициана Табидзе. Вот имя Тициана было упомянуто в предыдущем стихотворении. Это очень важное стихотворение сегодня. Очень важное. Вот начинается оно такими замечательными словами. «Брат мой, для пения пришли, не для расприй». Хочется прямо эти стихи. Может, надо было тут их написать. «Брат мой, для пения пришли, не для расприй». Для пения пришли, не для распри, для преклонения колен пред землею, для восклицания прекрасная здравствуй, жизнь моя ты, обожаема мною, для восклицания прекрасная здравствуй, жизнь моя ты, обожаема мною. Кто там в Мухране насытил Марани алою влагой, кем солнце ведомо, чтобы в осиянных долинах Арагви зрела и близилась ала вердоба, чтобы в осиянных долинах Арагви зрела и близилась алла вердоба. Господи, слишком велик виноградник, проще в постылой чужбине скитаться, чем этой родины невероятной видеть красу и от слез удержаться, чем этой родины невероятной видеть красу и от слез удержаться. Где еще Грузия,
Грузии кроме. Край мой, ты прелесть, ты крайняя крайность, что понукает движение крови в жилах, как ты. Моя жизнь, моя радость, что понукает движение крови в жилах, как ты. Моя жизнь, моя радость. Если рожден я, рожден не на время, а навсегда, завсегда, ты раб твой. Смерть я снесу, и бессмертия бремя не утомит меня. Жизнь моя, здравствуй. Смерть я снесу, и бессмертия бремя не утомит меня. Жизнь моя, здравствуй. Для пенья пришли, не для распри, для преклонения колен пред землею, для восклицания. Прекрасная, здравствуй, жизнь моя, ты обожаема мною. Для восклицания. Прекрасная, здравствуй, жизнь моя, ты обожаема мною. На-на-на-на, на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на-на. На самом деле, тема Грузии, она вот в нашей семье реально достаточно острая, потому что вот жена моего сына, она родилась в Тбилиси и школу там закончила. Вот. А потом она с родителями уехала. Родители-то, вообще предки ее отца там где-то появились во времена, ну, в начале 19 века. То есть вот у меня сват, он совершенно свободно по-грузински разговаривает, хотя он, ну, как бы он русский сам, но он, поскольку там вырос в Тбилиси и родился, то разговаривает, ну, как бы на грузинском даже лучше, чем на русском. Он по-русски немножко с акцентом говорит, но, по крайней мере, южный такой говор есть. Вот. Но, тем не менее, вот такие создались условия, что пришлось уехать оттуда. Но все равно, когда вот он что-то начинает там вспоминать детство там свое, все равно, как бы, это, ну, хорошее вспоминается, в смысле. Плохое старается не вспоминаться. Вот. Но, к сожалению, Лариса, время наше заканчивается, поэтому... Уже закончилось или еще? Нет, еще не закончилось. Я специально заранее предупреждаю, что надо как-то продвигаться к финалу, то есть прежде чем... Еще одну песню можно спеть. Да. И так, что-то еще сказать можно. Такое подводящий итог, скажем так. Ну, подводящий итог вот этой теме «Сны о Грузии». Конечно, хочется вот опять повторить, да, брат мой, для пения пришли не для распри. И хочется надеяться, что все будет хорошо. Да, конечно. Что снова мы сможем спокойно и свободно друг к другу ездить, конечно, в гости. И, ну, на самом деле, как бы... эти связи между людьми, они не прекращались. То, что вот затеваются где-то какие-то там интриги. Это, ну, в общем, да. Людей не касается, конечно. На самом хочется, деле, чтобы не касалось. Беда-то в том, что как раз касается людей. Вот я как раз вот, ну, то, что я рассказал, да, это... Слава Богу, что крови там нет или почти нет. То есть это все на уровне такого скандала в коммунальной квартире, все эти разборки. То есть, и поэтому все это можно преодолеть, да, нормально. Чтобы не отражалось, то есть, как на бы, отношениях. Конечно, и пора уже за ум браться, и той, и другой стороне. Я ж не говорю, что они одни виноваты. Как бы там наших косяков тоже хватает, поэтому как бы надо договариваться. Так, как уже спеть песню? Песню.
рискну спеть новую песню. Давай. Это на стихотворение Григола Абашидзе, тоже перевод Беллы Ахмадулиной. Первый раз пою. Всегда что-то в первый раз происходит. Да, ну замечательно, мы очень рады. Я сам не знаю, что со мной творится. Другой красы душа не понимает. И холм чужбины в зрении двоится, и Грузию мою напоминает. Ее свеча восходит солнцем малым, свет звезд и лун при ветреной погоде. Есть похвала тому, что изумляет. О, как это на Грузию похоже. Есть похвала тому, что изумляет. О, как это на Грузию похоже. Природе только слово соразмерно. Смотрю, от обожания немею. И все, что в этом мире несравненно, я сравниваю с Грузией моею. Ее свеча восходит солнцем малым средь звезд и лун при ветреной погоде. Есть похвала тому, что изумляет. О, как это на Грузию похоже. Есть похвала тому, что изумляет. Oh.